Вопрос с выплатой заработной платы работникам муниципального предприятия «Банкрота» практически решен. МУП «Районные коммунальные сети» признана банкротом в 2013 году и с тех пор так и не расплатилась с сотрудниками. Причем работники активно борются за зарплату, но проблема пока остается. Оно действительно банкрот. Собственник была администрация, насколько я помню, да? Да. Является. Сейчас мы буквально этот вопрос обсуждаем. Дело в том, что данная организация в процедуре банкротства находится, но сегодня есть возможность погасить эту задолженность буквально в ближайшее время. То есть я думаю, что в течение нескольких недель этот вопрос будет решен. Общая задолженность у вас там 1 700 000, не у вас, а у всех работников осталось по заработной плате. В целом данное предприятие на сегодняшний день обратилось в суд арбитражный, взыскал с администрации 12 миллионов рублей. И в том числе, я думаю, что туда входит и сумма задолженности по заработной плате. Поэтому она будет погашена в ближайшее время,